Итак, всем привет! Сегодня посмотрим на игру под названием Wonder Boy. Это неплохая аркада, судя по отзывам, довольно-таки неплохая. Вышла она в конце 2017 года. Итак, погнали. Выбор уровня сложности. Ну, давайте нормальный. Мальчик, девочка, мальчик. Поехали. Как прочитал об этой игре, то есть там можно изменять графику, то есть сделать пиксельную, либо современную. Ну, сейчас проверим. Поиграем. Читал о ней несколько комментариев и отзывов плохих, чтобы прям сильно не было. В общем, всем нравится. Все хотят на двоих ее пройти, чтобы здесь был кооперативный режим, но, к сожалению, его нету. Так, прыжок, удар. Так, огненный шар, меч, щит. То есть, есть неплохой инвентарь. Соответственно, я думаю, на заработанные денежки можно будет покупать оружие, броню, щиты. Огненный шар, ураган, стрела. Но это тоже какие-то допы. Так, здесь мы выбираем, что у нас будет. А, ретро-музыку можно делать. То есть и модерн. И, соответственно, графику пиксельную. Как на старых добрых консольках начала 90-х. И уже оригинально. Так. Давайте попробуем с такой графикой. Так. Какая-то задумка такая неплохая. Есть еще какая-то игра, тоже на ПК. Там тоже начинаешь сначала с такой древней графики, которая там на первых консольках была, и постоянно она улучшается. Забыл, как она называется. Но для платформера, на первый взгляд, такая неплохая очень. И графика, и музыка приятная. Так, здесь мы, по-моему, были. По-моему, мы отсюда начинали игру. Так, значит, какой-то там другой должен быть выход. Так, ну здесь стрелочка вверх говорит. Оп, промахнулся. Если указатель вверх, значит, надо вверх. Так, вот. Огонь дополнительный. Так, как огнем-то? А, вот. Все, был огонь и нет огня. Так, ну там мы были, получается, с самого начала начнем. Если враг упал вниз, значит, наверное, и нам туда. Блин. Ах. Жизни здесь, в принципе, достаточно много, поэтому... Так, дверь. Но, судя по всему, нужен ключ. Посмотрим, что в той стороне. Только вот один вопросик. Если там покупать оружие, щиты, то есть... Почему мне монетки-то не дают никакие? За убийство врагов. Так, ну вот дверь. Открыть. Мехадракон. Так. Оп.
Да, не сказать, что он сильно легкий. Блин. Эй, не успеваю ударить. Совет драконов надо бить в голову. Так я и с самого начала пытаюсь туда. Так, ну последний удар ему. Все. Оп. Что-то не то. Но если первый... О! О, я превратился в дракона. То есть просто если первый... Ну, в принципе, первый-то босс не такой уж и сложный, если это... Так, теперь я дракон. Ретро-графика. Вот это вот прям, ну, прикольно иногда так посмотреть, как вот... Раньше бы сделали такую игру. Но все-таки более привычнее. Так, я понимаю, значит, нам остается идти к той двери. Ключ, наверное, мы взяли. Вот и ключ. Так, открыть. Так, жизни у нас не сказать, что много. Эх, блин. Здоровье, я так понял, здесь со временем покупается, типа разных зелий. И получается потом используется. Так, вверх. Оп. Все, мы вышли из замка. Дверь закрыта. А вот и монетки начали уже давать. Соответственно, на них, а также и здоровье. Постепенно все становится ясно. Монетки, как в Сонике, в сторону прыгают. Так, вот, мы вышли из замка. Получается, мы уже играем драконом, но, я так понял, он будет когда-то превращаться в мальчика, когда-то играть будем за дракона. Начинается новое приключение. Да, это значит вступительный ролик был. Так, ну деревни здесь, я так понял, наверное, совершать покупки. Если бы я выглядел как ты, я бы побежал искать противоядие. Так, здесь щит. А, щиты, наверное. Так, оружие получается здесь покупать. Лучшее оружие по доступной цене. Ящерица 12 атак. 12 защита. А у меня ни на что не хватит. Поэтому выйти. Эта дверь закрыта. Ну что, друзья, подводим итог. Игра на самом деле неплохая. Есть своя изюминка, когда изменяешь графику. В принципе, ничего она, наверное, не решает, я так думаю, но все равно прикольно. Плюс звук. Получается. Меняем. Неплохая игрушка.
Все, подписывайтесь на канал. Всем пока, ставьте лайк.